нос и корма полный назад. Начинаем подход к станции Райфлман Бэнк. Ворота дока закрываются. Экипажу приготовиться к разгрузке. Начинаем подход к станции Райфлман Бэнк. Нос и корма полный назад. Активация сканирования. Сбор биометрических данных. Объект неопознан. Да ты настоящий воин, братан. Я попробую выиграть время, но... Так ты хакер. В первом грузовом отсеке есть служебный тоннель. Попасть туда можно через люк на полу. Забирайся туда, иди по кабелям. И постарайся не убивать того, кто там есть. Доступ разрешен.
робот стоит наготове. И это все из-за того нарушителя? Я думал, его держат в тюрьме, а потом переведут в тюремный лагерь. Так точно. Но поступил сигнал о подозрительной активности на борту. В чем дело, неизвестно. Но надо следовать протоколу. Есть, сэр. Так точно, сэр. Что это было? Проверь, что там творится. Гражданские обязаны оставаться на обозначенной территории.
Вход в закрытую зону карается увольнением. Постоянно иметь при себе удостоверение. Охрана вправе попросить предъявить удостоверение личности. Не сопротивляйтесь. Стоять, Дженсен. Ты? За всем этим стоишь ты? Я сказала стоять. Я все объясню, если ты не будешь подходить ближе. Опусти оружие. Тогда и поговорим. Я похожа на дуру? У тебя есть основания меня ненавидеть, а я знаю, как ты поступаешь с врагами. Ты стольких людей отправил в кому. Тебе это понравилось? Ты сама спустила меня с поводка. Это не я придумала. Более того, я считаю, что мы оба из-за тебя погибнем. Но если бросить тебя на Гауптвахте, кто тогда спасет доктора Рид? Что тебе известно о Меган? Мне известно, что это имя вызвало слишком бурную реакцию, когда я упомянула его в беседе с Берком. Но оно помогло мне узнать, кто ты и зачем проник на этот корабль. Ты считаешь, что ее похитил Белтауэр, не так ли? Хочешь сказать, это не так? Я бы очень хотела так сказать, но учитывая, что я видела за последний год, я точно знаю лишь одно. На базе ее нет. Уже нет. Это еще что значит? Не то, о чем ты подумал. Станция Rifleman Bank поддерживает все операции Белтауэр в этом регионе, Дженсен. И контрактников, и спецсилы. Полгода назад мне приказали увести все регулярные войска и гражданских контрактников от взлетной полосы. Вскоре после этого там сели два вертолета. Я думала, это связано с Австралией, особенно когда я увидела, как из них выносят носилки. Сколько? 5. Под охраной спецназа с большим количеством имплантов. Берг вышел им навстречу, и они все скрылись в тюремном лагере. Они работают над неким секретным проектом, Дженсен. В нем участвуют пленные и ученые. Я хочу, чтобы ты выяснил, что это за проект. Расскажи мне об ученых. Официально я заведую этой базой, а потому веду реестр прибытия и убытия. Берг постоянно встречается с врачами и учеными, а мне говорит, что это для его методики допросов. Имена известны? Вряд ли они настоящие. Разве что в Австралии и Азии очень много жителей с фамилией Смит. Дело в том, что я редко вижу, как их увозят. Но ты уверена, что Меган увезли? Вертолеты улетели, без носилок. Но на этот раз было 5 криогенных камер. Мне потребуется дополнительная информация. Расскажи мне про этот секретный проект. К сожалению, не могу. Он засекречен. Настолько, что никто из руководства Белтауэр не признает его существование. Но ты что-то видела? Мельком. Эта станция наполовину база, наполовину военная тюрьма. Каждую неделю прибывает новая партия незаконных комбатантов. Только этих людей нет в террористической базе Интерпола. Большинство из них гражданские, невинные люди. Берг переводит их в закрытое крыло тюремного лагеря, а потом они исчезают. Почему я, Кайтнер? Так ведь тебя зовут. Так Берг звал тебя на корабле. Не Таня Кайтнер, да. Я выбрала тебя, потому что за всеми моими действиями здесь следят. Я не могу себя выдать. Выдать? На кого ты работаешь? Несколько месяцев назад со мной связался агент Интерпола. Они уже давно следят за Белтауэр, но доказать ничего не могут. Агент указал мне на некоторые вещи, на многое раскрыл мне глаза. Видишь ли, Дженсен, я действительно и хороший, и плохой коп. Ладно, что от меня требуется? Не двигайся пару секунд.
Что за... Спокойно. Я лишь собрала твои биометрические данные. Данные о сетчатке, снимке легких и сосудистой системы. Я загружу их в систему под именем капрала Алана Тайлера, и ты сможешь пройти через контрольные пункты в этом секторе. Только тут? Почему не в других? Потому что ты беглец, Дженсен. Чем меньше свободы я тебе дам, тем более вероятно, что ты им и останешься. Я помогу тебе пробраться в тюремный лагерь, но с крылом допросов будут проблемы. Допуском в него заведует Берг. Думаю, ты не хочешь, чтобы я у него спрашивал. Все шутишь. В диспетчерской вышке тюремного лагеря есть компьютерный терминал. Тебе нужно вручную загрузить в него свои данные. После этого свяжешься со мной. Еще вопросы есть? Охранники в тюрьме. Это люди Берка или твои? Определенно Берка. Агенты спецсил. Начнешь там перестрелку, не жди, что уйдешь живым. Я это учту. Мне бы не помешало железо. У капрала Тайлера будет доступ к арсеналу. Ты все еще беглец, Дженсен. Советую особо не высовываться. Но кое-кто все же сможет тебе помочь. Один из механиков базы, гражданский по имени Квин, он занимается дополнительными поставками. Знаю я таких. И почему я должен доверять ему? Потому что ему доверяю я, и он недолюбливает Берка. Найдешь его на нижнем служебном уровне у лифта. Он достанет все необходимое. Хочу кое-что прояснить насчет тебя и Берка. Он выше тебя по званию? Официально да. Но эта станция лишь частично является военной тюрьмой. И хотя он на 100% контролирует лагерь, базой заведую я. Так мне можно не волноваться, что все это лишь изобретательная попытка бунта. Бунта? Думаешь, я бы стала стольким рисковать из-за... Слушай меня внимательно, Дженсен. Берг – сексист и шовинист. И да, он старше меня по званию. Он дольше служит в Белл Тауэр, и у него больше связей. Поэтому он при каждом случае пытается меня подставить. Но мы не потому сейчас с тобой разговариваем. Страдают люди, невинные люди, и мы должны что-то сделать. Это может уничтожить Белл Тауэр. У Белл Тауэр была честь. Сделаем все как надо, может, вернем те времена. Это все, что мне нужно знать. Отлично. Я загружу данные отсюда. Можешь идти. Когда доберешься до тюремного пункта, будешь уже Аланом Тайлером. Просто будь осторожен и постарайся не привлекать слишком много внимания. Что? Что тебе, Дженсен? Мне нужно время. Это все, что мне нужно знать. Супер. Тогда уходи. Выйди на связь, когда будешь в тюрьме. Access grant. Ты Квин? Ага, я. А ты Дженсен? За тобой хвоста не было? Насколько я знаю, нет. Ну да, похоже на то. Им сложно за тобой угнаться. Ты словно призрак. Хм.
Надеюсь, так и будет впредь. Да уж, наши шишки от тебя не в восторге. Они ведь знают, что ты здесь. В смысле, приплыл на корабле. Скоро начнут закручивать гайки. Это лишь вопрос времени. Не вечно тебе шляться по этой базе. Надеюсь, меня рядом не будет, когда тебя прищучат. Кайтнер сказала, что ты можешь мне помочь. Ну так как? Да, она говорила, что ты зайдешь. Хорошо, что сразу пришел и не шлялся неизвестно где. Мы и так тут словно на пороховой бочке сидим. А тут еще один ковбойчик будет бродить. Ты хоть представляешь, чем мы рискуем, заметая твои следы? Мы ведь тоже не всемогущие. Тут главный Берг, и он творит, что хочет. Он готов прихлопнуть любого таракана, как только его заметит. Спасибо. Но, может, перейдем к делу? Я так понимаю, ты занимаешься поставками. Да, бывает. У меня есть слабость к... как сказать... к бартеру. На стороне. Раз уж командир дала добро, я открою для тебя свою лавочку. Не бесплатно, конечно. Мне придется платить? Что? Конечно, придется платить. Я ж тебе не какой-нибудь хренов квартирмейстер. И так еле свожу концы с концами. И благотворительностью не занимаюсь. Учитывая обстоятельства... Обстоятельства? Какие? Что ты беглец, а я рискую своей шкурой, даже просто болтая с тобой? Не болтай ерунду. Хотя, это не ты ли починил ту криокамеру на корабле? Откуда ты об этом знаешь? А, значит, ты. Скажем так, у меня свои источники, и твой добрый поступок не остался незамеченным. Вот что. Я дам тебе скидку на свои товары, но бесплатно ничего не получишь. С другой стороны, раз тебе нужна халява, а ты у нас человек способный, могу предложить тебе работенку. Считай это специальным предложением. Интересует? Чем именно ты занимаешься, Квин? В цивилизованном мире меня бы назвали ведущим инженером по техническому обслуживанию. Но с точки зрения Белтауэр, я не важнее какого-нибудь уборщика. Правда, платят хорошо, так что я не жалуюсь. Если платят хорошо, почему ты приторговываешь? А почему бы и нет? Видишь ли, гражданские контрактники действуют в рамках иной юрисдикции, когда речь идет о доставке товаров на базу. Рядовые вправе заказывать и получать лишь необходимое, зубную пасту и тому подобное. А я малый предприимчивый, и я предлагаю им на выбор целый набор товаров и услуг. Сигареты, напитки, литературу для джентльменов. А оружие тут при чем? Да договорить. Я малый предприимчивый, я обмениваю эти товары не первой необходимости и взамен иногда получаю снаряжение, которое не всегда бывает доступно гражданским контрактникам. Как правило, я сбываю его своим людям на материке, но последняя сделка в Шанхае провалилась. Так что, к счастью для тебя, у меня есть кое-какая снаряга. Считай это удачным стечением обстоятельств. И Кайтнер все это одобряет? Не совсем. Как-то, когда командир раскрыла мои делишки, но еще не успела посадить меня на гауптвахту, я предложил ей то, чего она не смогла отказаться — информацию. Не стану хвалиться, но у меня тут целая сеть своих людей, и я давно знаю, что она недолюбливает этого козла Берка. Короче, мы пришли к простому соглашению. Я держу ее в курсе, а она бережет мою шею от петлей. Расскажи мне о базе. Ты наверняка уже все знаешь. Для всего мира это морской штаб Белтауэр и пункт снабжения для операции в этом регионе. На самом деле это нечто гораздо большее. То есть? Ничего личного, друг. Но пусть лучше тебе командир все расскажет. Чем меньше я знаю, и самое главное, чем меньше болтаю, тем лучше для нас всех. Расскажи о командире Кайтнер. Официальное ее звание – лейтенант-командер. Но в глазах рядовых она настоящий командир. Это только ребята Берка обращают внимание на формальности. Агенты спецсил. У нас тут некоторое разделение лояльности. Между людьми Кайтнера и Берка? Ага. Между рядовыми и агентами вражда с незапамятных времен. Но тут у них все не как у людей. Может, потому что Берг не такой, как все. О чем ты? Во-первых, он хоть и полный козлина, его люди его уважают. А начальство считает его пророком, потому что несколько лет назад он выдумал какую-то мудреную технологию. Короче говоря, он человек очень влиятельный, и у него очень много связей. Думаю, этим все сказано. Расскажи про свое специальное предложение. Не знаю, заметил ли ты, но на этой базе есть серьезное вооружение. Взять хотя бы этих роботов в виде ходячих сортиров. Если добудешь мне кое-какие обломки, состряпай что-нибудь, чтобы упростить тебе жизнь.
Ну, типа ты понял. Что-нибудь это что такое? Ничего особенного. Гранатомет 329 серии. Гранатомет? Именно. Собранный твоим покорным слугой. Видишь ли, у меня есть доступ только к простейшему оружию. Не хватает уровня допуска для серьезных прибамбасов. А у меня давно чешутся руки опробовать новую схему спускового устройства и перекалибровать систему наведения. Смешно. Еще бы, мать твою, не смешно. Крутотень же! Слушай, все, что тебе нужно, это найти мне детали. Остальное сам сделаю. На одном корабле как-то были гранатометы, но я не успел до них добраться. Отправили в арсенал. К счастью, один мой друг умудрился потерять один гранатомет при проведении тех работ, но его уволили, а я опять не успел забрать оружие. И теперь этот красавец где-то валяется, разобранный на части. Я о гранатометчике говорю, не о друге. Хотя, кто знает, где он сейчас на самом деле. Точно. Короче говоря, я должен найти части и принести их тебе. А, типа того. Найди спусковой механизм, прицел и ствол. И будет полный порядок. Остальное найду у себя в мастерской. Попробую поискать. А где они могут быть? Если бы я знал, сам бы давно их забрал. Придется тебе самому поискать. Для начала проверь самые очевидные места, включая области разгрузки. Кто-нибудь мог сдать компоненты в администрацию, но там лучше искать в последнюю очередь. Ясно. Mm-hmm.